Ты меня снимаешь? И меня? И тебя. А его не снимай, это Саня. А вот и я. Всем привет, это Hockey Stigg. Это Ярослав Аскаров. Мы обещали, что он у нас еще появится на канале. Ну, Леша, ну, Саша. Да уже все про вас прекрасно все знают. Заходите сюда. И, как вы догадались, сегодня у нас серия буллитов против Ярослава Аскарова. Мы уже изучили его слабые стороны, сильные. Я тоже, ребят, изучил прилично, поэтому... Все видео, наверное, наши пересмотрел. Да. Я пересмотрел уже. Поэтому, ну что, давайте начинать. Давай, погнали. Все, поехали. Погнали. Видели, да, где-то так. Давайте быстренько по правилам. Давай. Мы сделали работу над ошибками. Ярослав, ну, в полном порядке. Поэтому серия состоит из 9 буллитов. И если мы забрасываем 2, то это ничья. А если мы забрасываем 3, то это наша победа. Так звучит сладко. Да, не говорю. Однажды, может, это произойдет. Пора бы. Кстати, я накануне, вчера, позвонил многим ребятам, кто с ним играл. Ну. И мне поделились секретом, как надо против него. Давай так, Сань. То есть туда только не говорит секрет. Ну, он это потом только увидит. Да какая разница? Мне сказали, что надо бросать либо под ловушку, либо выезжать чуть-чуть правее и туда под правую ногу. Хочешь, да? Хочешь, я сейчас вот эти секреты, которые мы с тобой поделились, ну, переведу на русский? Бросай в створ ворот, но мимо вратаря, правильно? Тебе обыгрывать не стоит. То есть ты думаешь, не об этом, да, говорит? Не, Сань, сказали, что ты можешь попробовать обыграть, но то, что он стелится там так, там 192 рост. 193. Как победить предстартовый мандраж? У тебя он еще есть? Прям тремор. Ты может накатить. Сейчас мы подождем, пока он замерзнет. Ну что, все, я снимаю глаза. Кто у нас начинает? Что они там рассказывали? Что они делать будут? Я просто далеко был, я не услышал. Тебя кто-то сдавал. Кто? Кто-то из них? Они все стратегии. Сказали, а ты подскажи, ты скажи, что они делать будут. Пожалуйста. Синяков, ты что будет делать? Обыгрывать будет. В какую сторону? Ну, типа, справа пойдет налево. Справа от меня или справа от тебя? Слева от тебя. Ага. И потом что? Все под ногу будут бросать? По нулям будет? Ну-ка, ну-ка, что сказал? Что сказал? Так. Ну, что, подъехал. Так, а что они будут обыгрывать, а потом под ногу бросать? Так, все. Что-то он знал. Что-то, может быть, он тоже наводил справку. Вот есть такая чуйка, что надо с Саней начать. Да ради бога. Она пока не работает еще. Ну, вот сколько раз так было. Надо же что-то. Ну, мы опять меняем, мы пробуем. Да, смотри, сейчас не буду ничего выдумывать, не буду вот эти вот. К борту виражи идет, по прямой поеду, там посмотрим. Как, так сказать, делай, что должно, и будь, что будет. Красиво! Не, красиво. Но он, зевая, переместился и отразил. Ну не зевая, не, он там в шпагате вытянул, молочек мелко. Хотя бы чуть-чуть, ботинку у тебя. Восьмиметровая нога, все сделал. Давай, пока его нет. Давай, давай. Ладно, мы играем. Чуть-чуть его психологически вывел из строя. Одна есть, да? Что-нибудь типа мечтали, да? Я с другим, блядь, пока оператором езжу, разговариваю. Они голы сбивают. Второй совет сейчас будет. Второй совет, который мне дали. Я озвучил, ты будешь? Я его уже озвучил, мне кажется, он уже все слышал. Ну давай. Вот это парняга, а? Да. Пацаны, на самом деле еще одна. И уже как минимум ничья. Слышишь? Да. Ты верил в него? Теперь буду верить. Все, я знаю, что сейчас буду делать. Давай. Он меня прочитал. Я все туда под ловушечку, все под ловушечку хочу. Но я не могу попасть. А куда-то он сидит, там ты туда бросаешь. Ты да я его боюсь обыгрывать, там такая шпала 193. Видишь, возможно. Не, ну... Я же обыграл. Ладно, да, давай. Все. Все. У нас ничья, уже ничья. Мне друг со скамейки говорит, давай, говорит, одну в полную, говорит. То не зазвездятся еще. Что, все? Да. Что, ничья, да? Ладно, он здесь уже сидит и ржет надо мной. Получается... Ничья. Получается, это на сегодняшний сейчас, день подожди, не, лучший результат. Подожди, он подъехал, говорит, ну что, ничья? И ты не чувствуешь, что он ждет спасибо? Кто кому помогает. Ну, есть у нас шанс зацепиться за... Да, да. Нормально, мы тебя не сильно испугали. Давай, давай, нормально. Отлично. Порядок. Сейчас воды попью, так все, я сейчас буду. Давай, давай, мы тоже готовы. Ничейку сыграли, ты красавцы, что? Ну, ничейку, да, неплохо. Ну, вот на самом деле против него выезжаешь, ну там... Он большой. Там просто ты в растерянности. Ну, а, он большой. Б, он быстрый. Ну вот я пока там его хочешь обыграть, но... Я так скажу, вот когда я забил гол, вот любой другой вратарь уехал бы за пивом. А этот габаритный еще и успевает переложиться и вытолкнуться в нужную сторону. Можно я тоже примажусь? Когда я свою первую попытку делал, но мне кажется, неплохо было. Неплохо, да. Но за счет своих габаритов и скорости, ну все, я бросаю, он уже там. Надо все то, что мы делаем, надо делать либо чуть быстрее, либо чуть амплитуднее. Либо чуть 10 лет назад. 20 килограмм назад, да? 20 килограмм назад. Все, мы его... На обезвоживание можете взять, в принципе. Мы хлопнули его без воды. Без воды. Не, я говорю, на обезвоживание можете взять и сразу скатаем серию. Да, мы сейчас все измотаем. Это реально габаритный. Очень. Прям очень. Я тебе могу сказать, ну вот когда я с удобной бросал, как из щиток, ну, говорит, да как так? Там обычно вот столько вот от штанги до вратаря. Можно ее просто... Ты видел, у меня еще полноги за штанги? Ну да. Я поэтому и уехал так далеко. Там с нулевого... Из-за ворот можно. Леха против него выходил. И он прыгнул. Да, он прыгнул. А я, честно говоря, я не увижу даже. Когда в пустые ворота бросал буллит, ты мог разложиться об его клюшку. Ну, я говорю, причем дважды. Я не вижу. То есть я уже увижу, когда буду падать. А ты на травме сейчас или на спорте? Я на спорте, но с новой клюшкой. Ну нет, я к тому, что если ты на спорте, если упадешь, ничего не будет. Не-не-не, я тренируюсь. Ну что, парни, так близко к победе мы еще не были. Блин, он так держит клюшку. У меня есть еще одна заготовочка моя. Ну, братан, не надо. Мне кажется, он там... Давай без заготовок, действуй по ситуации. Все, я погнал. Не забрел! Я просто знал, он сейчас ждал бы от меня броска, но, к сожалению, он очень быстро перемещается, и я очень медленно что-то делаю. У нас еще 7 бросков, еще третья серия. Можешь быстрее. Вот он, черенок, о котором я говорил, раздевал. Возможно, возможно, сейчас забью. На вылет. Гениально. Больше выдумывать не буду. Я в каком-то выпуске говорил, что у него руки растут все-таки из плеч. Да, да, слава богу. Вот мы в игре. Заключительные три броска. Да. Уже разделываю, зараза, клюшка. Нет, попытка. Давай, Стиг, тащи нас наверх. Хорошо, что уточнил. Мы просто помолчим и будем наблюдать. Помолчим, товарищи, помолчим. Всем спасибо, парни старались, но и сегодня немножко не повезло. Оставайтесь, будет много интересного и до скорого. Не так хорошо было, ну зачем ты клюшкой? Мог бы... Нет, ты первый раз нормально делал. Да. Я же говорю, руки-то нормальные. Ножки чуть не успевают, ручки-то хорошие. Это ты про кого, про него? Да, про всех, руки нормально, с руками в порядок. То есть, да, нам надо немножко... Над функционалкой подработать. Ты слышишь, у тебя зрители знают, что ты сейчас на спорте, а ему ты не сказал, что ли? Он ему заметил. Я ему сказал, что я неделю тренировался. Мы, в принципе, с ним в одинаковых условиях, он тоже примерно около недели с отпуском, плюс-минус. Да? Да, я не ошибаюсь. Плюс-минус, ну плюс движение в воротах не уходил он. Вот. Ну что можно сказать? Это... Голкиперу очень в порядке. Да. Давай начнем с этого. А, что мы... Игроки не менее хуже. Все чисто по-тренерски. Не, мы что-то делали неплохо, но в принципе мы можем чуть добавить. Он сбавить, я думаю, в ближайшие лет 15. Но он тоже на самом деле может добавить. Да может, конечно. Не, очень достойно. Мне было реально интересно. Ну давай так вот, по низу вообще нереально. Забей. Ну скользящий я садиться не буду. Давай так, я не знаю, слышал ты или нет, мы до съемок, накануне, я позвонил ребятам, с кем ты выступал, они все сказали, либо бросать под ловушку, либо бросать, ну если вот я бьющий, под правую ногу. Братан, ты все пропустил, он уже об этом ему говорил, они сейчас вот это будут делать. А, ну вот, да, так я таки забил. Слушай, а ты не предупредил, с какого момента надо бросать, он у меня сколько, 10 рошай бы выбил просто на ползону. Ладно. Не, очень прилично было, очень интересно. Что, Ярослав, мы тебе желаем удачи в будущем сезоне. Покажи им всем там, тем более мы тебя немножко... Да, мы тебя там немножко подтянули, так что мы будем следить. Спасибо, что приехал. Спасибо большое, что позвали. Хороший опыт, первые тренировки. Драгоценный опыт, я бы сказал. Поэтому спасибо ребятам, все молодцы, все старались. Находились плюс-минус в равных условиях, поэтому мне сегодня чуть больше повезло. Поэтому, возможно, если ребята еще позовут, еще увидимся. Поэтому еще раз спасибо. Номер твой мы записали. Возьмем годик на тренировку. Согласен. Все, ребят, спасибо за просмотр. Хоккей сердца. Еще увидимся. Всем пока. Все, пока.